Наркоман достает телефон и звонит в полицию. Алло, это полиция? Они: да, да, слушаем вас, что случилось у вас? Да у меня тут к вам тут такое серьезное дело. Короче, я в прошлом году посадил коноплю. Ну вообще какая-то странная, какая-то слава, вообще, ну не вставляет, ну ни кайфа, ну ничего. Так, молодой человек, перестаньте баловаться и больше сюда не звоните. Положили трубку. Проходит минут 20. Звонок опять. Да, мы слушаем вас. Вы знаете, а я вот в этом году посадил коноплю. Но так вставляет, вообще такая кайфовая, я просто улетаю, ну просто взрыв. Так, молодой человек, вам не в полицию надо звонить, вам нужно звонить наркологу. И больше сюда не звоните, кладут трубку. Проходит час. Звонит опять. Поднимает трубку. Алло, да, мы вас слушаем, говорите. Да вы знаете, это опять я. Мы же вас предупреждали сюда больше звонить. Да не, я вообще по другому делу. Тут у моего соседа напротив пожар. Ну, я вас прошу, ваши тут приедут, чтоб мне тут на огороде не натоптали, ладно?